сироты 10 человек осталось наши. Будет хорошо. Ты же сам всегда говоришь, что будет хорошо, мы всех победим. Ты же всегда так говоришь. Уже нет. Все будет хорошо. Больше нет, Тася. Хватит. Ты всегда так говорил, и так оно и будет. Я нас просто кинули, Тань. Сейчас 2 числа просто дали про любой, и все. И просто там все говорят, что не слушайте новости, ничего не слушайте, не смотрите. Я не смотрю, я не могу. Я просто живу не тем, то, что как ты говоришь, все будет хорошо, мы всех победим, я тебя с этим словами жду. Все, после 1 числа я понял то, что ничего невозможно, ничего не будет. У нас 2 путя, либо 200-ми, либо 300-ми вернуться домой, все. Ты совсем что ли? Я тебе говорю то, что есть, как. Законченное ебучее правительство. Поняла? Поняла, слышишь, как-то, я поняла. Вот и все. Ты вернешься домой, я знаю. Другого быть не может. А вот тебе. Да ничего, сидит, смотрит, налопался опять. Ой, никак не объяснил, что нам честь нельзя. Он же бабушке сказал, что ему 6 лет, что он сам все решает. Делайте так, чтобы Вадим вашей в армию не пошел. Как сделать это? А? Как это так сделать, говорю? Что делаете, чтобы он в армию не пошел? Там, как его начнут там призывать, там, туда-сюда, там, не будут нас засирать, выходить, если, то мамку проси, пускай Евгену там кого-нибудь подключает, скажи, чтобы все сделали, чтобы его в армию не забрали. Это мое будет последнее, то, что я хочу. Перестань, последнее. Перестань. Ты меня услышал, что я делаю? Я слышу, в смысле. Ты меня слышишь, что я тебе говорю? Я слышу тебя, да, я слышу их. Говоришь, что было нахуй. Всеми любимыми возможностями я отмазал, чтобы никто не пошел в армию больше. Слышишь меня? Я слышу. Вот и все.